У меня есть ощущение, что мы все одинаково знаем мир, потому что интеллект – это не гарантия правильных представлений о мире. Представление о мире – это синтез разных уровней чувствительности. Я считаю, что именно поэтому для мира важно встречаться с представлением о мире человека с ментальной инвалидностью, потому что это тот уровень чувствительности, которого нет у других людей. Творческое пространство «Равные возможности» – один из редких случаев социального проекта, где авторы готовы работать с теми, в кого не верит никто. Дети, подростки и взрослые с синдромом Дауна, с аутизмом, с психическими расстройствами. Здесь говорят, не пытайтесь привыкнуть к таким особенным ребятам. Они другие для современного общества только потому, что видят гораздо больше и смотрят намного глубже.